Шейх Усеймин говорит, но есть разногласия среди ученых, а нарушается ли намаз или не нарушается? Табутулю сала, авля табутулю. Нарушается или нарушается? Некоторые уляма говорят, табутуль, да, нарушается намаз. Почему? Опираясь на то правило, которое упомянул Шейх Усеймин. Какое правило он упомянул, что если какое-то действие есть запрещенное, касается именно этого поклонения, а не вообще запрещено, а именно поклонение какому-то запрещено, в данном случае в намазе именно запрещено, то значит, что намаз будет недействительным. Поклонение это недействительно. Правило такое. То, что запрещено в каком-то поклонении именно, касается запрет именно этого поклонения, то значит, это действие совершенно при этом поклонении нарушает это поклонение. Опираются на это правило. Еще на что опираются те, которые говорят, что намаз становится недействительным? На то, что человек, он когда поднимает вот так вот голову к небу, он, получается, отходит от направления киблы. Потому что он должен быть направлен в сторону киблы целиком. А когда он отводит, вот так вот поднимает голову, поднимает лицо вверх, хорошо, то он что, отходит от киблы. Из-за этого тоже одна из причин, говорят они. Как бы то ни было, Шейх Усеймин говорит, что это мнение, оно недалеко от истины. Недалеко от истины. Какое мнение? Что намаз становится недействительным. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил это, и пророк, алейхиссалату вассалям, произнес, что угрозу, эта угроза, страшная угроза. Что касается каких-то поворотов головы, человек повернулся там направо, налево, без нужды, это запрещено, да, это делать нельзя, хорошо, но это намаз не нарушает. Намаз не становится недействительным. Мы скажем это, что абас, это вот такое несерьезное в намазе, лишние действия в намазе, они уменьшают уровень намаза человека, уменьшают достоинство его намаза, вне всякого сомнения. Намаз теряет свои ценности, но мы не можем сказать, что он стал недействительным. Шейх Усеймин говорит, из всего сказанного, что вытекает, на основании сказанного можно сделать вывод об ошибочности действий тех людей, которые, когда совершают намаз и поднимаются пустой рукой, говорят «Раббана ва ляккаль хамд», поднимают голову наверх и смотрят наверх. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين